Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале ZevGaming, а с вами, как всегда, Александр, и сегодня мы с вами продолжаем прохождение Red Dead Redemption 2 с полным погружением в игру. Под предыдущим видеороликом вы мне написали, что все-таки прицел лучше всего включить, потому что это будет прям очень-очень-очень-очень сложно. Подожди. Такую точку мы поставим. Мы поставим только точку, потому что, да, постоянно переключаться в режим от первого лица, это будет не совсем удобно, поэтому прицел мы включим. В общем, мы продолжаем с того же самого места, на котором, точнее, в предыдущий раз мы остановились. Напоминаю, что это максимальное погружение в сюжет. Будет очень интересно, будет очень сложно. Без карты, то есть мы будем чисто ориентироваться, то есть открыли карту, посмотрели, где что есть, типа, о, все, я запомнил и поехал туда, все, то есть чисто конкретно карту мы не будем смотреть. И плюс, не знаю, скорее всего, я поставлю для себя такую цель, что лошадь мы воскрешать не будем, то есть если лошадь умирает, значит лошадь умирает. Постараюсь я также не умирать, то есть еще для себя, так сказать, задачу — это без смертей, не знаю, получится, не получится, насколько я долго пройду, но я постараюсь и буду это делать. Как это все будет выглядеть, вы узнаете, посмотрев все серии от начала до конца. В общем, с вас лайк, положительный комментарий, и погнали проходить Red Dead Redemption 2 с полным погружением. Я, наверное, субтитры не буду читать. Это не совсем так уж и важно, потому что игру, я думаю, что многие проходили, многие играли. Поэтому лишь смотрим, наблюдаем, проходим и проникаемся в этот, так сказать, сеттинг. Не знаю, этот пропустить нельзя, да, наверное, как они будут долго подниматься в гору в поисках Джона. Я, знаете, что сделал? Вот мне не нравится музыка здесь. Подождите, сейчас, секундочку. Ой-ой-ой, а то я как бы в Days Gone уже получил такую тему за музыку. Музыка хоть здесь и, ну, необходима, да, важна. Давайте еще звук этот, просто звук чуть-чуть пониже тоже сделаю. Потому что мало ли, вдруг, как бы, что-то не то пойдет у нас с вами. Так, ну а Дрисклов, я думаю, что мы не встретим. Нифига себе, раньше так не было, помню, когда я проходил сюжет, а сейчас прям очень сильно задувает. Туда, да? Окей. Обалдеть, прям сейчас ветруган очень лютый. Ведут к реке. Мне пока что меткого глаза нет, да? Да я не вижу, как бы, я же не могу нажать на меткий глаз. Бесит, конечно, что на вулкане какие-то вот эти прогрузки, мерцания деревьев, травы, кустиков есть. Но это проблема. Охренеть, вот это метет! Разве такое было? Такое ощущение, что у меня погода забаговалась. Прям настоящая метель. Офигеть. Кстати, следы так просто видны. Вот обрыв. Девчонку убил. Это очень скверно. Посмотрите, даже сумка. Сумка, видите, как она, как бы, вот, трусится, можно так сказать. Блин, ну сюжет, конечно, проработан очень детально. Жаль, конечно, что многие детали убрали из онлайна, и это очень плохо. Потому что даже самая вот одежда, да, одежда, пояса оружейная, они, посмотрите, как они, как настоящие. В Red Dead Online зачем-то их как-то упростили, хотя приростов FPS нету. Но с другой стороны, опять же, это же мультиплеер, там много игроков, может быть, без этого всего бы тогда бы FPS вообще низкий был, не знаю. Но мне не кажется, что это бы очень сильно нагружало бы систему. Так, куда мы вообще едем, дружище? Туда? Я только гляжу, что вверх-вверх, мы туда не поднимемся. Не, ну буря вообще лютая, очень лютая буря. Так, ты смотри, сам не свались, дружище. Не знаю, может, пропустим его вперед? Потому что это... Лошади устали. Да нет, нормально.
свежего снега. Нападем на след. Да, вроде сейчас будет след, ага. Вижу, конечно, братан. Уже в который раз, наверное, в пятый я вижу эту лошадь. Но лошадь тоже проработана. А, вот, все, я слышу. Погнали. Как тебе вообще? Хавьер, да? Следуй за Хавьером. О, а здесь карта есть, кстати, посмотрите, да? Такой. Небольшой. Чит такой, да? Так, оп, альт. И вот она, карта у нас есть. Ну ладно, сделаем вид, что мы не знаем об этом. Так, ну я так полагаю, что мы больше здесь ничего не сделаем. А, то есть дробовик взять, да, надо дробовичок взять. Точно. А, тут обрез, да, обрез, что у нас идет. Блин, ну проработка сюжета просто великолепна, реально великолепна. Я так буду проходить игру, и мне почему-то кажется, что если я прям с полным погружением ее пройду, то я захочу именно по сюжетке делать какие-нибудь классные видеоролики. Потому что здесь можно рассказывать о очень многом. В отличие от онлайна, сюжет не имеет никаких минусов. Даже хоть сюда и не добавляют никаких дополнений. Но в этой игре можно провести просто очень-очень много времени. Кстати, пишите вы, друзья, сколько вы времени провели именно в сюжетной части. Может быть, вы как-то засекали, не засекали. Может, вообще вам в онлайн не играете. Мало ли, вдруг есть такие у меня люди, которые просто смотрят там различные мои видеоролики. Ждут, думают, заходить или не заходить в онлайн. В общем, пишите, но... Мне вообще кажется, что нужно что-нибудь начать записывать по сюжету. Так, окей. Ладно, не мерзни, нормально будет, братан. Кстати, я думал, что холод на здоровье влияет, а здесь на выносливость. Опа, Assassin's Creed. Паркур. Прям, блядь, какой паркурчик-то. Сильная, ребята, кстати, сильная. Это, считай, выход силой. Не на две, но все-таки выход силой. А он требует, так сказать, определенной физической подготовки. Блин, ну сумка мне все никак не оставит в покое. Прям офигенно проработано. Даже оружейный пояс. Это, наверное, боль сейчас смотреть на этот оружейный пояс всем игрокам Red Dead Online. Какой он ужасный в онлайне и какой он шикарный здесь. Он не то, что через одежду проходит, он ее прям стягивает. А одежда, как мы видим, она тоже так, так сказать, двигается, проминается, когда мы идем. То есть это не просто какая-то текстура сплошная, это все отдельные объекты. И выглядит это просто шикарно. Так, я чуть алкоголя немножко выпил, и, в принципе, все очень хорошо мне стало. Так. А мне же тоже можно было звать Джона, да? Но я почему-то не звал его. Так, здесь. А мы тоже здесь, братан. Почему-то к Артуру Моргану обращается именно Артур Морган. Или Морган. Хотя они с Джоном же с детства знакомы. У меня, кстати, не знаю. Кстати, напишите в комментарии, друзья. У меня уже готов текст про банду Вандерлинде. То есть про их историю с момента их зарождения. То есть когда они вместе познакомились с Хози. Потому что, по-моему, именно с Хози и дачи все началось. Там Артур, Джон и все остальные. Поэтому, друзья, если вам будет интересно посмотреть такой видеоролик про банду Вандерлинда, обязательно пишите мне в комментариях. Я с удовольствием его запишу, потому что, как я сказал, там
У меня осталось, получается... А, ну да, текст составлен, то есть записать голос и видеоряд подобрать. Сложно будет, конечно, какой-то такой видеоряд подобрать, но реально. О, волки, волки. Давай, забирай Хавьер. Ну, кстати, самое интересное, что Артур прям сильный чувачок. А, не, Хавьер его тоже взял. Окей. Я думал, Хавьер не возьмет его. И так лицо истекает. Удивительно. Сука. О, отлично. Чуть схватили, но нормально было. Так, у меня какая лошадь? Подожди, у меня вот эта лошадь, по-моему, да? Я, по-моему, на это ехал. Или мы поменяемся? Подожди, я чуть не понял. А, я думаю, глянь, почему мне патроны не показываются? У нас же полное погружение. А, ну да, все правильно. Он на свою лошадь садится. Отлично. Опять. Я что-то первый раз такую метель вижу, если честно, при прохождении. Просто раньше такого не было. Удивительно прям. Собака покусала, ну да. Очень рано умирать, я бы так сказал. Учитывая, что еще первая часть с ним. Так, волки. Ага. Ух ты, два выстрела и не убить. Отлично. Так, так, дерево, 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 дерево. Ага. Отлично, отлично. Ну, ну, братан, братан, давай, давай, давай. Да нет, вроде бы. Я даже прицельно стрелял, посмотрите, а? Вроде полное погружение, а даже прицельно так выстрелил. Прям лучше, чем при обычном прохождении. Это удивительно. Крепко тебе досталось. Очень крепко. Конечно, ты выжил. Чё ж ты не везучий-то, а? Видимо, маловато. Так, ну мы практически приехали, хорошо. Кстати, так как это полное прохождение и полное погружение, да, в игру, то мы будем выполнять все дополнительные миссии, просто вот все, что есть. Поэтому сейчас вот мы в лагере сначала выполним все основные миссии, ну, точнее, дополнительные, которые есть. Потом только к основным будем приступать. Хотя было предложение дополнительные всякие квесты, миссии проходить на стриме, ну, посмотрим, посмотрим. Как вы будете воспринимать вообще вот это прохождение, активно или нет. Чё-то никто не зовет, а? Давайте быстрее. Жив, жив, конечно. Не благодарите. Not today. If you and Dutch talk about how we're gonna get out of this. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That's civilization. I know. But west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Все благодарят за спасение Джона, как это мило. Кстати, городок неплохой, да, этот? Вот не городок, даже деревня какая-то. We've been running for weeks.
We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while Шахтерский we waited for. Hardly the spring I had been hoping for. Да никто не ждал такой весны, братишка. Так, а давайте пошаримся, потому что мало ли вдруг у нас здесь что-то будет. Овсяное печенье. Тоник. Так, здесь ничего точно нет больше. Нет. What do you think, Arthur? Well, I wasn't on that boat, so hard to say. But I trust your judgment, Dutch. Always have. Thank you, son. We have been shot. Так, надо все проверить и надо все обыскать. Я не знаю, тут кто вообще здесь тусит, кто где спит, но мы проверим полностью здесь все. А, здесь... О, гляньте, куколка даже есть какая-то. Так, здесь полагаю, что здесь Дач спит со своей возлюбленной. Давайте посмотрим, что вообще нам доступно сейчас. Это что? Билл хочет поговорить с вами. А, так, мистер Пирсон. Ну, наверное, мистера Пирсона возьмем. Потому что он нам предложит, так сказать, небольшую дополнительную миссию, которая поможет нам продвинуться. А потом это что, Колтер? А, то есть все, больше ничего особо нам не доступно, только две миссии. Окей, хорошо. Может, он нам что-нибудь скажет, Хавьер? Вот, возле костра, кстати, минус 5 всего лишь. Видите, как падает температура. А так, сколько здесь? Минус 14. Ну, как-то для минус 14... Очень уж пасмурно. Ага. Это сюжетное задание, кстати, не дополнительное. When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea. 50 days, and you unfortunately survived. К сожалению, выжили. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. Some I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Так, сейчас будет охота. И Артура научит охотиться. You need some meat out there. Assorted, salted off. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Чарльз прям настроен решительно. О, глянь, сел на мою лошадь, да? Это же моя лошадь была изначально. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn. Окей. Будем учиться. Так, ну что, погнали. Первая наша охота. Ну, точнее, охота Артура. Но мы ему поможем с этим делом и постараемся убить максимально быстро и качественно. Через день-два перестанет. Печально, конечно, что вот саму историю Блэквотера нам не осветили, если была какая-то заставка, типа комикса, там не комикса, предыстория, чтобы мы вообще понимали, что происходит. А так, конечно, загадок очень много. Хотя, по идее, мы уже в Блэквотер должны будем вернуться, так как там деньги остались. Кстати, еще хорошо, что мы начали заново проходить, потому что там же у меня было все оружие, денег много. А здесь как бы придется все самому добывать.
Это будет намного интереснее, учитывая, что у нас еще плюс полное прохождение, так сказать, с полным погружением. Так, как успокаивать? А, тут еще пока что нельзя ее успокоить. Ну, Артура вообще как бы не было. Хавьер кое-что рассказал. Скверное дело, конечно. Очень скверное. Убивали каких-то ненужных людей. Непонятно, что делали. И паром-то не удалось ограбить. Ну, или удалось, но с очень большими неприятностями, так сказать. Зачем показывать? А, все нормально. Давайте побыстрее. Пойдем. Давай. Скоренько, там люди голодают, а мы тут с тобой. Это хорошо. Это отлично. Какое-то движение. Сейчас мы увидим. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now, shh. Stay quiet. Easy. Я пока что никого не вижу. Вроде бы как. Hey, stop here a second. I see something. Careful. Так. Has deer been here? А что не могу взять? А, вот, подождите. Ага, все, взял. Ага, окей. Так, двигайся тихо и медленно. Окей, хорошо. Так, сфокусироваться, окей. На снегу они заметнее, но как приноровишься, сможешь найти следы в лесу и в траве. Окей, хорошо. Хороший гайд. А, кстати, а ветер? Блин, а на этой карте, кстати, на компасе будет ветер показывать примерно? Там же вроде бы на карте обычно показывалось, нет ветер или... А нет, вроде бы не показывает. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, окей, можно идти вперед. Быстро не пойдем, потому что вдруг задание сбросится, заново перепроходить такое легкое задание я, конечно, не хочу. Поэтому максимально тихо будем подкрадываться. Главное не шуметь, поэтому вы там тоже не шумите. А, все, вижу. Все, отлично. Цель вижу, сейчас поближе подберусь, и все будет отлично. Wait, look. There they are. Mm-hmm. Quick, get that bow out, Arthur. Try to hit him in the neck or head. Попасть в шею или в голову. Quick and clean. Get good tension on the string before releasing. Just don't overdo it. Take the shot. Nice. See if you can get another one. Чего? А, еще один быстрого сделать. Это я не тут нажал. Так, все, теперь идем медленно и не спешим. Потому что там у нас еще будут цели наши. А, посмотрите, какие следы. А, снег забаговался, да, по-моему, нет? А, да, или... А, ну это просто, видимо, здесь такой... Так, ну давайте чуть ближе подойдем. Хотя какая разница, кого нам убивать? Все, больше не сможем унести. Хорошо. Странно. Почему здесь снег не проминается? А, здесь проминается. Да, значит, здесь типа как бы такой твердый снег. Так, подождите, ну стрелу-то забери, братан. Блин, ну кровь, конечно, на снегу.
Шедевр. Шедевр, а не игра. А, посмотрите, у меня показывает направление, куда мне идти, кстати. То есть компас все-таки хоть что-то нам помогает. Хорошо. То есть не совсем... Не, ну хотя, с другой стороны, можно и компас отключить, но мне кажется, что мы не сможем тогда выполнять миссии, когда нам нужно ехать будет куда-то по курсору, то есть это нам будет прям очень сложно. Это, скорее всего, для тех, кто прям наизусть знает все об этой игре. Я уже почти закончил. Давай, давай, давай. Да, поехали, поехали. Ну, в принципе, охота была просто максимально качественная. То есть, два выстрела, два убийства. Да, вроде как это было легко, но, с другой стороны, это первая охота Артура Моргана с луком. Потому что, как мы понимаем, луком он до этого не пользовался. Цель не стреляет в ответ, это правильно. Это намного проще. Учитывая, как обстояли дела еще пару дней назад, может, нам наконец-то улыбнулась удача. Удача нам улыбнулась, однозначно. Две хороших туши. Это прям на очень много до ней. Вкусного рагу. Кстати, можно было проходить эту игру еще с модом на максимально реалистичной перестрелке. Есть такая модификация, там прям вообще все очень круто. Но... Да ладно, пройдем как есть. Пет не просыхает, да? Я думаю, что все это заметили. And he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now too. Ну, кстати, удивительно, что да, вот Чарльз, он, по-моему, Чарльз, да, да, Чарльз. Он такой нейтральный какой-то персонаж, как мы видим, вот Артур пытается там сказать, типа, Пирсон вообще как бы офигел. То есть вместо того, чтобы брать припасы, он взял алкоголь. Он такой, типа, да ладно, мы больше двух подстрелили, все нормально. Куда идем? Сюда же, по-моему, да, надо идти? Красота. I suppose. Hell, we ain't run into them much the last six months. I guess because they've been. Так, погнали побыстрее, братишка. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь пообщаться. We've been scrapping over scores with them for years. А я не могу? Nasty sons of bitches. Погоди, да, и пока что нет у меня диалогов доступных с Чарльзом. Опа. Медведь. So I heard. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Так, а куда поехать вообще? Куда едем-то, дружище? Сюда, наверх, наверное, да? А, не, пока что туда, но потом мы свернем. Все, окей, я понял. Самое интересное, что даже у убитого животного живот трясется, посмотрите. Прикольно, прикольно. Я сам не обращал внимания в онлайне, но думал, они так же сделаны, потому что животное вроде бы особо, ну, только разделывание более медленное в сюжете, нежели чем в онлайне. Тяжело взбираемся под такой снег, свежий, видимо, проваливается. Игру, конечно, можно, наверное, в каждой серии обсуждать, насколько это проработанная игра. Но это шедевр, это реально шедевр. Как и по сюжету, так и по составляющей вот этого всего мира. Пойти на перекосяк. Но сегодня такая спокойная у нас серия будет, потому что связана с охотой. Мы, конечно, могли взять перестрелку, но... Перестрелка там, конечно, дело интересное будет. Мы ее, скорее всего, ставим на следующую серию.
В любом случае, охота тоже очень прикольная была. Потому что Артур научился охотиться, и в будущем, в принципе, охота очень важна для сюжетки, потому что мы единственные, кто будет в лагерь приносить души. Это странно, деньги вроде бы все приносят, а еду, по-моему, только мы единственные, потому что когда только Артур приносит еду, тогда лагерь как бы заполняется едой, а так нет. For a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need. Беседа по душам сейчас идет, да? Особенно нуждаемся. Да, сейчас нуждаемся во всех. О, Артур у нас с детства. Лет 20 или около того. То есть Артуру примерно сколько? 30. Сколько ему? 12 лет было, по-моему, когда его нашли дачи Хози. То есть ему сейчас примерно 32, что ли? Или может даже больше ему лет. Ну, то есть ему где-то около 40 лет, не больше 40. Пока что загодится, вот так. А, то есть это Чарльза лошадь. Я почему думал, что это Артура, и он типа решил теперь новую все взять. Граф. Интересная лошадь. Так, ну что же, мы привезли мясо. Так, я тоже сейчас здесь привезу. Да, блядь. Так, оп. Так, возьмем оленя. Отлично, поохотились. Чарльз просто красавчик, научил Артура. О, 3 звезды еще, ни хрена себе. А, сюда кидать. Дядюшка, ну дядюшка никогда из сюжета не пропадет. Он даже будет Джона преследовать. Плотский ром. Keeps you sane, it does. Yes, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. You'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Да, Артур умеет шутить. Job for man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one, did you? Так, on the floor there. Освеживать. Как мы будем освеживать? Будем вешать куда-то или просто? А, нет, чисто так. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah, they always said you were a butcher. Мясником. You know, you could trade these, sell these in pretty much any town, if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting, after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. Да, хорошее рагу было бы отлично. Так, ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами славненько так поохотились, и у нас появился лук. Да, это круто, это четко, это хорошо. Из миссии у нас здесь сейчас еще осталась миссия «Билл хочет поговорить с вами, старая знакомая». Все мы знаем эту миссию, но явных спойлеров у нас не будет. Поэтому не забывайте ставить побольше лайков, подписываться на канал, рассказывать о нашем канале вашим друзьям, потому что вас на канале ждет только самые лучшие интересные видеоролики, как по различным играм, так и по Red Dead Online. Я
с вами прощаюсь, но ненадолго, потому что завтра мы с вами снова встретимся, и плюс, возможно, сегодня уже ролик вышел информативный, не забудьте его также посмотреть. Всем до встречи, подписка, лайк, комментарий, и не забывайте смотреть все ролики от начала до конца. Всем до встречи!